Ну что ж, друзья мои, всем привет! С вами снова я, Артем Плотников, и мы с вами вновь на проекте Premier Game, друзья. И сегодня, как я и обещал, мы будем голосовать за одну из партий. Сегодня вы узнаете, за какую я все-таки партию буду голосовать, почитав на форуме вообще программу партии, что они вообще хотят, их не цели там туда-сюда. Мне приглянулась одна из партий, и сейчас я вам ее покажу. Но для начала, как вы помните, я вам говорил, что буду проводить конкурс в группе, и сегодня у нас было подведение итогов. И сейчас я сперва отправлюсь в банк для того, чтобы выдать приз нашему первому победителю. Точнее, не первому, их уже пять, они там все в группе есть, но уже первый победитель отозвался, и этот человек как раз-таки занял первое место у нас, и сейчас ему прилетит полтора лямчика на счет. Он уже меня ждет в банке. Сейчас мы, собственно, туда и отправляемся, положу деньги на счет и затем уже переправлю ему. В последней серии, друзья, мы с вами играли в казино. Как вы помните, почему-то эта серия у вас вызвала негодование, но я, в принципе, так и думал, что будет, потому что уже после конца записи решил вдруг еще поиграть. Оказалось, что нормально так денег поднял. И уже, собственно, запись не была включена, потом уже в конце только начал снимать. Ну ладно, что ж, нужно было вообще тогда не показывать вам, что я что-либо выиграл после завершения серии. Нужно было просто в сегодняшней серии, например, рассказать вам это. Ладно, ничего страшного, ваше негодование я уже прочитал в комментариях, что в Ютубе, что там под видео в группе Премьер Гейми, но когда я писал всем людям, которые писали негодование, типа, что хочешь, пиши в личку, я тебе скину логи, то почему-то они сразу же куда-то пропадали и больше не отзывались. Ну, собственно, бог вам судья, как говорится. Хотите верьте, хотите нет, но логи уже сейчас, скорее всего, уже и не поднять, я так думаю, скорее всего. Я не знаю, правда, сколько они хранятся, вот. Поэтому, как хотите, друзья. Хотите верьте, хотите нет, но бабки на счету у меня есть. Вот, поэтому, собственно, на них я и буду проводить конкурсы. Возможно, как раздам все призы с этого конкурса, сразу же начнем новый конкурс. Так что посмотрим. Так, ну что, мы уже подъезжаем к банку, и у нас человек, который занял первое место, это Александр Бенц. Первое ID, как ему повезло. Первое ID, 20 лет ему возраст на премьер-гейме. Собственно, сейчас посмотрим вообще, как и чего. Я не помню, у меня штрафы есть или нету. Вообще, может, мотак себе купить? У нас еще на премьер-гейме, ну, сейчас уж весна придет или лето. Так, ну его самого в банке нету. Так, ну ладно, посмотрим штрафы. Штрафов ноль. Как вы видите, друзья, у меня в банке-то тоже ноль денег. Как мы в прошлый раз с вами снимали, что я типа все, что у меня было в банке, я все снял. Вот у меня остаток как был, так он и есть. Так что, ну, ладно, короче, больше не будем. Положить на счет 500. Так. Это я сколько положил-то? Что-то я много положил, нет? Так, ну-ка, 15. 2 нуля. Ну да, я что-то до хрена положил. Так, ну ладно, давайте переводим. Перевести на счет первому 1 миллион 500 тысяч. Оп. Да, я что-то больно много снял. Так, ну что, 13 500 надо обратно снять. Ну ладно, 13 сниму, 500 оставлю. Вот так вот. Я на самом деле, друзья, не знаю, как мне так везло в казино в прошлый момент. Мы ставили, получается, поляму ставки, и почему-то у меня прямо разом залетали они практически все, и я, наверное, может быть, из ставок, не знаю, сколько мы тогда сделали, но я проиграл что-то вообще ставки 2-3, что ли. Короче, мне прям вообще тогда фартануло. Я не знаю, как вообще это происходило, но в тот момент, когда я играл вот именно на миллион, то я еще играл вот в этого в автоматах, короче, в русскую рулетку, или как она там правильно называется. Вот в нее, короче, играл, и попутно еще и ставки получалось вот так. Не знаю, с чем это связано. Может быть, выигрыши связаны именно с этим. Ух, 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 ламба. Ламба вообще зверь, так-то тачка. Так, ну что ж, как-нибудь припаркуемся сейчас.
потому что тут что-то вообще в администрации хаос какой-то. А предвыборная кампания, все-таки туда-сюда. Так, ну что, пойдемте глянем. КБХ прикольно, кстати, да? Ничего так, ничего так. В следующей серии мы с вами, скорее всего, сделаем обзор на одну крутую тачку, которую я хочу вообще посмотреть. Так, вот, избирательная кабинка. Прикольно, да? Так, а здесь у нас что такое? Что-то типа туалета, что ли? Или что это такое? О, администрация. Тёмка, привет. Ярослав Пересвет, привет. Привет, привет, привет. Так, ну погнали, что сразу в избирательную кабинку и... оп, прикольный интерьерчик, сразу здесь и корзина с бюллетенью. В общем, друзья, я готов... Короче, голосую за первую партию ЕДПВ. Кому интересно, можете почитать о ней на форуме Премьер Гейма, сайт есть в описании к ролику. Довольно-таки интересная предвыборная кампания, поэтому, друзья, я отдаю свой голос за них. Состав 66 человек у них, дата основания, идея демократизм. Да, я хочу проголосовать за них. А вы отдали свой голос, вы уже проголосовали. Я просто хотел посмотреть, там, может, результаты где-то можно как-то посмотреть. А, ну, результаты-то будут потом уже известны. И посмотрим вообще, как что будет. Журнал имущества. Автомобили. Да, прикольно в мэрии то, что можно посмотреть, через сколько что слетит. Заявление на развод. Так, обновить прописку, скинуть, проверка на занятость сотового номера. Введите номер. Так, понятно, проверка на занятость имени, проверка на занятость номера автомобиля, оформление партии. Вот, оформление партии 1 миллион всего стоит. Прикольно, прикольно. Так, привет Тёме Кузьмичеву и Сане Мячину. Все добро, хорошо. Передал. Так, ну что, вот, в принципе, за ЕДПВ я голосую. Довольно-таки интересно, еще раз повторюсь, что у них компания. Можете сами посмотреть. Виктория пошла голосовать. Правильно, все друзья на выборы, все голосуем. О, это его, кстати, бэха-то, да? Прикольно, прикольно. Ой-ой, а вот это уже прикольно. У нас полиция, оказывается, уже не на служебных тачках гоняет, а на личных автомобилях. Че, это Toyota Камрюха, что ли, да, получается? Оу-оу-оу-оу-оу. Полегче, полегче, друзья, полегче. Водитель, прижмитесь к обочине. Не хочу я прижиматься ни к какой обочине. Я буду уходить от погони, друзья. Вот это у нас... Ой, тары-та-та-та-та. Ой, ты. Полицаи у нас тут развелись, собственно, да. Начинают тут к обочине нас прижимать. А мы вот так вот бочком, бочком, бочком. Оху-ху. Еще и ДТП полицаи. Ебать! Вот это уже не прикольно. Я даже тачку не успел не заглушить, ничего. Ну вот, вот как вот. Ай, какие бессмертные полицейские голову мне разбили. И я потерял сознание и попал в больницу. Надо сейчас будет теперь Мерседес ехать забирать. Не хотел я останавливаться. Вот не хотел. Видит Бог, я не хотел. Ну, что поделать. Они сейчас, кстати, наверное, приедут. О, Вован. Вован от души. Давай. Я тебе пятак подкину. Так, подожди. Держи. Да, от души. Спасибо, Вован. Удачи, не болей. Так. Они сейчас, скорее всего, поедут сюда за мной, поэтому мне лучше бы поскорее отсюда свалить и забрать, собственно, свой мерин. Так, давай, все, сейчас лимит сразу на ноль. И рвем когти туда, к моему мерину, потому что, ну, они сейчас реально начнут за мной сюда ехать. Собственно, да, поэтому нам бы нужно поскорее всеми полями, я не знаю... Всем, чем только можно, нам нужно сокращать и как можно скорее добраться до Мерса. Я надеюсь... Оп-о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 п. Вот это, друзья, попадос, вот это да. Но мы-то на скутере, а он-то нет, поэтому мы можем сейчас с ним поиграть немножко в салочки. Давай, давай. Нам уже красный по барабану, потому что, ё-моё, за нами погоня. Мы супернарушители. Так, походу я сейчас сам себя загнал в западню, да? Ничего страшного, ничего страшного. Он бы мог вылезти сейчас и...
и, собственно, скинуть меня с тачки, да? Но он этого не хочет делать. А мы с вами все по-прежнему стараемся угнать РП. Вот и играй РП, я вот от тебя угоняю, например. Вот ты вот давай уже сам тут начинай разыгрывать РП. В плане там стреляй, не стреляй. Че хочешь делай. Стреляй, слышны выстрелы. Но нам твои выстрелы не помеха. Забор. Привет. Уже начали стрелять, друзья. По полю, по снегу. Давай, давай, давай. Жми, жми, скутеришка. Давай, 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 давай. Мимо деревьев, мимо всего. Они уже, блин, стреляют по мне. Вот это... Ух! Уф! Уф! Вот это уже не круто. Так, там можно где-нибудь проехать? Мне нужно гаситься. Это нужно, чтобы гаситься, мне нужно в город ехать. Потому что по трассе они вот, ну, меня по-любому сделают. Я для них здесь, ну, вообще как лакомый кусочек. Поэтому мне от них тут уже намного труднее уйти, чем бы в городе. Я бы по всяким закоулочкам там гонял. Так, поэтому нужно все-таки обратно нам гнать в сторону города. А лучше бы вообще какого-нибудь подписчика встретить, который бы мне помог. Забрал бы меня, например. Или вообще дал мне тачку, что вообще было бы суперски. Так, они опять едут по трассе, да? Ага, они уже за мной. Они, походу, поняли, куда я сейчас поеду. Но не тут-то было, друзья. Блин, до Мерса я так и не добрался. Нужно валить, валить нужно. Уч! Ух! Епи-типы! Гыч! Опа, 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 братишка, братишка! Братишка, выручай, быстрее открывай. Валим, 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 валим. Валим, менты на хвосте. Быстрее, давай, давай, давай. Красавчик же есть. А, вот это ты красавчик. Ты прям вовремя, давай. Я не знаю. Дави тапочку в пол, мы должны. Да не парься. Вот, то есть вот так вот, да, я тут, короче... Вот так вот, а ты вот так вот, да? Я все понял, короче. Хорошо, спасибо. А ты не мент, случайно? Куда тебе? У меня Мерс. О! К мехам. Я сейчас Мерс респавну свой, и вообще все четенько будет. Прям душевненько. Вот это сейчас будет по красоте, если его еще не забрали. Прям вообще спасибо большое тебе. Прям вообще душевно, а? Какой же ты молодец. Нах, 777, 58 регион. Красавчик же есть. Так. Это вот я понимаю, друзья. Прям как по щелчку пальца. Сказал, что, блин, подписчик какой-нибудь, кто-нибудь бы. И тут вот раз, и вот он. Так. Ух ты, аудюшка. А шестая или это А4? Так, а мне уже звонят кто-то. Ну, давай возьмем. Так, автомобиль один. Вот. Ох, хе-хе-хе-хе-хе. Вот это душевно. Алло. Алло, подожди, я пока не могу говорить. Я очень занят. Мне нужен... Опа-опа-опа-опа. Механик прям... Прям вот только стоит подумать о механике, и он уже уезжает от тебя. Так. Мне нужен срочно механик. Евгений. Евгений, привет. Так. Оп. Отлично, просто зашибенно. Мы еще и смогли запустить наш движитель. Это вообще суперски. Добрый день, Вячеслав Зотов, 95-й. Полиция. Так. Вас плохо слышно. Вас плохо слышно. Помехи какие-то идут, не могу понять ничего. Так, и вообще лучше нам сейчас... Выключить наш мобильный телефон. Так, использовать сотовый. Оп, все. Ой, капот отлетел. Ё-моё, и опять заглох двигатель. Вот сейчас уже проблематичнее будет запустить его. Все, походу, нужно вызывать механика. Блин, блин, блинский. Вот это да. Опа, завелся, немецкое качество. Прям вообще решает, друзья. Просто красавец. Я тебя обожаю, Мерсик мой. Бах, вот это да, вот это качество. Так, ну что, нам нужно сейчас как-то незаметно пробираться сквозь город, выехать на трассу.
и как можно скорее добраться там уже починить наш Мерседес, собственно, и все. А так вот, по идее, я на каком основании я должен устанавливаться? Он не на служебном автомобиле, а на личном. По идее, может быть, это какой-нибудь бандит. Откуда я могу это знать? Поэтому тут я нахер тапку в пол, у меня 24 ляма в кармане, и я не хочу их потерять. Поэтому ну их нахрен. Так, за мной какой-то хвост уже на мосту. Я не знаю, кто это, друзья. Я надеюсь, что это не они. Блин-блинский. Эх, вот это засада. Вот это засада. Надеюсь, что это серьезно. Опа, у них там ДТП случилось. Все, отлично, тогда все хорошо. Ну, не очень хорошо, конечно, но для меня пока что это очень хорошо. Так, нам нужно как можно скорее добраться до... Ой, красный пролетел. Скорее добраться до дома. Чикс. Блин, ну... Мерсик вообще, конечно же, зарешал. Прям красавец, запустился, прям молодец. Я уже думал, что и не запустится. Так. Обычно здесь вот где-то механики стоят. Вот как направо, если ехать. Из березок выезжать. Сейчас посмотрим. Если там есть механики, то мы сразу же починимся, чтобы нам не вызывать. Фуф. Я уже думал, это опять менты. Так. Нет, механиков здесь нету. Сейчас будем, значит, вызывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это у нас сегодня екшен получился. Так, ну давай, что, прям здесь их вызовем. Так, вызвать механика. У вас выключен телефон. Блин-блинский. Ну, короче, друзья, я тогда буду заканчивать свою серию. Сейчас буду, собственно, вызванивать механика, чинить наш Мерседесик, чтобы он у нас уже прям вообще как красавчик стоял. Вот. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, сегодняшний экшен вам понравился. Не кидайте меня помидорами за то, что не стал отыгрывать РП, потому что, ну, все-таки, друзья, серьезно, я не знал, что там кто там вообще есть. Они начали по мне стрелять, у меня защитная реакция, я свалил, короче, РПшку отыгрывали они, а я просто жал на газ и валил от них. Собственно, вот так вот, друзья. Всем спасибо, участвуйте в конкурсах. Кто еще не забрал свои призы, пишите в личку обязательно. Мы с вами договоримся, я вам отдам приз в конкурсе. Если хотите, чтобы я и дальше проводил конкурсы, то поддерживайте лайками данный ролик, и все будет, друзья. Всем спасибо, всем удачи.